вот внесение изменений в структуру администрации Ленинградского района, это введение должности первого заместителя главы района. Это подразумевает под собой не введение нового человека, а возложение обязанности на одного заместителя. Обязанности первого заместителя. Александрович, так, уважаемые депутаты, также 23 числа на комиссии вопрос, когда мы рассматривали, вопросов, если не будет, значит, какие будут предложения? Так, поступило предложение утвердить структуру администрации Назаровского района. Кто за данное предложение? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Принято решение единогласно. Спасибо, Александр. Так, переходим к следующему вопросу.